Так, молодцы мои. Хочу узнать, у вас какие планы на сегодня, на завтра, послезавтра, кроме того, чтобы в храм ходить? С делами заниматься тут своими. Меня интересует... У нас тут интересует у нас... А? У нас дожди сейчас идут тут. Дожди? А у нас на улице есть дождь, нет? Да. Сейчас нету. Сейчас нету у нас вчера здесь. Вчера был маленько. Вечером. Так, побрызгал вчера, чуть-чуть, маленько только. Ну, как только свободно будет, вот запомни, Семаковский и второй мостик. Потому что дальше уже поздно будет. Вот эти ветки, которые светлины где-то там нашибать, и кусты где, и большие это сапоги надеть, попробовать с той стороны, теперь-то там вода пониже на втором мостике-то, и с той стороны, между которой плетень там и сделали-то, наискосок... Загнать хотя бы так метр через полтора, через метр. С этой стороны с воды. И потом с той стороны... А вы не думаете, что бобры туда тоже придут? Они начнут плотину грести. Они же приходят за деревьями. Ну, понимаешь, они еще маленькие. Они... Пока вырастут, там будет другое. Я, может, в Охотсоюз здесь схожу. Или охотников пришьют, или я разберусь с ними. Сделать надо. Потому что вода размывает, а урывки там, как они сразу сделали, плетень весной делали. Из одних этих там сплошняком выросло, никаких бобров. Это уже наказание нам. Сделать надо это. Воткнуть их просто, чтобы, ну, маленько повыше, не в воду втыкать, а повыше, чтобы она влагу доставала корешком-то. И там видно будет, какие-то прорастут. С той, с другой стороны. Пока это вырастут, а за одним прутиком бобер не будет ходить. Ему березы нужны огромные и прочее. И у Семаковского тоже с этой стороны это уже есть. С той стороны еще, может быть, второй ряд ткнуть. А то корова или кто-то свалит. Я вам вчера говорил, что мы на Семаковском уже все сделали. Сделали. Все уже сделали. Через сколько, конечно, у вас там стоят эти? Через полметра. О, молодцы. Ну все тогда. Занимайтесь своими делами. Вашей помощи-то никто не просит там? Нет. А то просил тогда Никита, что-то ему надо было, чтобы ты в огороде ему там взрыхлил. Нет. Сейчас да. сыро. Вчера же даже снег выпадал. Снег лежал. О! Вот какое дело. Ты проверил по гнездам у голубей? Там нету ничего? А чистые? Нет. Не смотрел. Надо посмотреть будет. И Иосифа спроси, он ходил, сколько при нем пало, которых он знает, и куда он их и дел. Mm-hmm. Если можно там, ну, совсем никудышное там выбросить, а если еще так крылышки можно взять хотя бы с них. Посмотреть надо. Мы вот сейчас готовимся, который Вальтер переписывал с Германии это. Приезжает на день позже такой отпуск из Германии. Сейчас вот мы с ним переговоры ведем. Может быть, как-то начальство придет. А Вячеславе помолитесь. У него вчера и сегодня какие-то такие занятия очень важные идут, экзамены. Ну, потому что, видишь, сейчас знают, что врагов-то больше стало, а он в аэропорту работает. И говорит, что никогда этим не занимался, и первый раз. И притом он как бы экзаменует еще кого-то, как я понял. Так, такое дело. Так, у Надежды-то там все в порядке? Все есть у ней? Да, все есть. Ну, понятно. Кто у вас там больные-то? Потеряевки. Никого не видно. Больные по домам лежат. Конечно. А? Я не знаю, кто больной. Не знаю. Не знаешь. Ну, Владимир Устинов больной. Его домой-то отправили, говорит, у него очень тяжелое состояние там с сердцем. Так, не забывайте молиться о нем. Я Николаю рассказал все, какая обстановка, чтобы никуда не отлучался, не ходил. Мало ли еще дорогой перестревает один, чтобы не ходил, потому что они улавливают, и которые люди приезжали ко крещению, их так сумели настраивать, что они потеряны навсегда. Ну, человек неутвержденный, а скинуть с крыши очень легко человека или с горы, а подниматься трудно. Сами они ничего нету, ни одного человека не приезжают. А у нас каждый год кто-то есть. Я о чем вот сейчас говорю, мы тоже можем помолиться об этом. Так, ко мне какие вопросы?
Никаких? Никаких. Ну, мы утром, сейчас вот сестра у меня тут, Любовь Николаевна рядом, я немного захожу в рулетку и поеду к Татьяне. Сегодня день такой, помыться надо, в чистом предстать. Мы же утром, вечером в храм будем сейчас ходить. Ну да. Сейчас пойдем на богослужение. Ну, понятно. Ну, а у нас-то тут через каждые 2 часа идут, так что... Моление-то тоже хорошее. Пока все так, в общем-то, тихо. Занимается своими делами. Сестра вот Любовь Николаевна там по органам, она знает, куда обратиться. У Гавриила-то там что, мертвые обокрали. Это тоже надо доводить до места. Нам надо поехать на вторую строительную там ломать, чтобы я хоть духовку выдрать. У Надежды Васильевны прогоревшая. Ну, не знаю... Уговорим Добунова, нет, чтоб поехал туда, отвез завтра. Завтра? Завтра? Да, в пятницу. Ну, завтра. Ну, вот так. Ну, все у меня там. Надежда Васильевна. Давай. Надежда Васильевна, духовка-то уже купленная. Она на первом складе стоит. Новая. На первом складе. Вон как. Да. Ну, так, ну все равно там пропадает, там хорошая духовка-то. И плита. Мы можем забрать все. Когда соседка там будет, говорят, там ломают уже. Ну, Гаврил вроде все забрал. Ну, это мелочь такая, но это тоже надо делать. Ну и все у меня как будто бы. Я еще печку ни разу не топил. Варить ничего не варил. Один раз, правда, сварил что-то. Татьяна навадилась мне приносить. Я ее на остановке там встречаю. Не могу отбиться никак. Я это для Господа делаю. Ну, она все. Скажите, когда остренка будете брать, скажут, зачем берете? Скажите, для Господа. И все руки опустили. Так и здесь. Если она для Господа делает, я все. Только рот раскрывай. Я, конечно, так бы сам-то себе не готовил. А она там натолкает, кое-что назад возвращает. Тыква сырая, а как я ее сырую? Попробовал, ложка никак. Вот так. Как там это, белый-то? Отлично. Отлично. Ходит как хвостик за мной. Так, теперь хвостик. Березовка уже не идет, кончилась. Ну, кто-то берет еще. Ну вот к тому, что я не мог банки-то отправить-то, места нет. Ты там поговори, кто сюда ездит, чтобы ко мне заехали, я все скину туда. Я-то ведь не знаю, когда кто приедет, чтобы двери открыты были. Конечно, в первую очередь поговори с Терентьем. Кто там будет? Женя, не надо обращаться. Это, ну, он только раздражать себя будет. Может, кто-то Андрей там или кто-то из них. Ну, люди, которые расположены к нам, чтобы то, что ты положил, взять. А под конец, я думаю, перед 10 июня, а может даже раньше, поговори с Андреем, что согласится, нет, он пригнать сюда газель. И тогда загрузим сюда, туда, если продукты будут и все остальное. Газель-то там под завязку, все эти бутылки даже не заметишь, заложим. Ну, вот бутылки мне бутылки надо раньше. Ну, иначе, я раньше никак не могу, никак, никого нету. А бутылки вынесли, положили около маленькой там углярки, около храма, нету. Пришлось обратно все тащить. Нету. Ну, вот и все у нас. С Богом. Николай, как тебе, нравится там? Все хорошо. Ну вот, молиться будешь, хорошо, когда... Да. Мы вчера ездили в Мамонтово. Я же хотел там сдавать теорию по вождению. Да. Вот. Приехал. Получилось так, что там было две тройки зашло, там по 3 человека все принимает. Так комната-то маленькая. Вот, он две пары по 3 принял, а нас оставалось в конце только 2. Он говорит, ждите 3-го человека. Вот мы сидели несколько часов, ждали, когда же придет 3-й человек. Так он и пришел, он выходит, говорит, ну, значит, не будет 3-го, все, идите домой. Так ты сказал бы, что мы заплатим за 3-го-то, за 3-го заплатите, все. У него там дело то, что у него там все... видео идет, и это фотография, все снимается в комнате, и там все видно. То есть у них это в законе положено. Ну, не знаю. А с кем ты ездил-то? Вот меня брат возил, Николай. А на какой машине? Вчера я его... На моей машине, да. Ладно тогда. Дело в том, что
Я его вчера в страховку внес. Он сейчас может спокойно управлять моим автомобилем. Да кто, Николай? Права-то. Да, у него же права-то есть. Ну и прекрасно. Замечательно. О, находка для нас это. Ну все тогда у нас. Все. Вы наблюдаете, что там будет. Не забывай присылать. Батюшка отдал тебе диск-то? Нет. Ну а как нет? Когда он приезжает, ты сразу приходи в этот же день. Он не вспомнит и... Я пришел у него, с чего? Я ему говорю, в сумку-то глянь. Он совсем в других сферах. И он достает... Да, я... Сейчас утром заберу я у него. Обязательно. Все снимайте, где бываете. Людям это все нравится, и люди смотрят, как можно жить. В любви и в согласии. Ну все у меня. С Богом. Все. С Богом. Аллилуйя.